Почему ощущение, будто приближено? Да ха, стой, зритель, тут такая птичка верещала, я хотела ее записать, а она заткнулась. Может, она поняла, что я хочу ее записать, и поэтому заткнулась. Наконец-то тут подсохло. Ну, вообще, я не знаю, как было ли тут сыро. Но, чтобы добраться до сюда, место было грязное. Там и как бы делают дорогу. Раздавливая одну дорогу, закидывают землю на другую дорогу. Вообще, я как бы хотела проверить, цветет ли уже облепиха. Мать и мачеха снова цветет. Ну, как бы я ее уже видела еще в марте в другом месте. Другие птички. Покрыл бы нам деревню кто крышу, утеплил бы дом, доправил бы, да даже без него. В принципе, там если к телефону как-то подключиться, у кого-то есть интернет, какую-нибудь антенну поставить, я бы туда свалила, хоть прям ща. Но дом, к сожалению, не утеплен. Печка не поправлена, насчет крыши я не знаю, я даже боюсь спрашивать у ближних родственников. Их планы насчет покрытия крыши. Но я слышу жужжание не то пчелы, не то шмеля. Не то крупной мухи. Вы ведь тоже это слышите? По-моему, это шмель. У меня глаза, конечно, уже привыкли к новым родным очкам, но, может, стоило взять более сильные. Но кто же знал, что до сюда доберусь, да еще и на шмеля возможного наткнусь. Весна раскроет все дерьмо, что было насрано за зиму. Кажется, моя такая строчка со стихов Иру. Ну, срач вообще, но я не понимаю людей. Как бы срут там же, где бывают. Можно взять, допустим, это все в пакетик с собой взять, унести и выкинуть в то место, где есть урна какая-нибудь. Неужели самим вот приятно? О, мостик живой еще. Срубив деревья, они думают, что сделать лучше. Сейчас так это очень даже все видно. Весь этот феерический срач.
Надеюсь, батареи у меня хватит на то, чтобы дойти до дома. Ну, в смысле, так-то я дойду без батареи, с выключенным телефоном. О, мы практически пришли к облепихе. Почечки. Но она еще не цветет. У нее только еще почечки пошли. Как хорошо, что я узнала про тебя, облепиха. А еще про ту, которая на другой стороне. Ты прям решила мне проблему с поиском и покупкой ягод. Можно прийти самому ободрать. И не надо при этом общаться с конфликтными людьми. Здесь тоже мостик можно перейти. Можно там перейти, можно здесь. Я и там на велике проходила. Но я что-то в этот раз не прошла сейчас здесь, вот первый раз в этом году. Я думала, что в люкту-то мостика-то нету. Ну, сейчас обратно пойду в обход. Те птички больше не кричали. Пока, зритель.